Завершилась рабочая поездка президента Садыра Чапарова в Нарынскую область. В рамках поездки глава государства ознакомился с деятельностью контрольно-пропускного пункта Тулугард, где ему показали порядок прохождения грузов через кыргызско-китайскую госграницу. Отмечено, что на сегодня перемещение товаров осуществляется в соответствии с единым алгоритмом по перемещению грузов. В настоящее время продолжается модернизация КПП в рамках членства Кыргызстана в ЕАЭС. Президент подчеркнул, что улучшенная инфраструктура контрольно-пропускного пункта должна полностью соответствовать стандартам ЕАЭС и создать наиболее благоприятные условия для транспорта, пересекающего границу. Затем Садыр Чапаров встретился с жителями Атбашинского района и города Нарын. Президент ответил на интересующие вопросы местных жителей, рассказал о планируемых социально-экономических реформах на среднесрочную и долгосрочную перспективы. По его словам, Нарынской области ждут положительные изменения. В ближайшее время планируется создать фонд развития Нарынской области, в который ежегодно будет отчисляться 0,6% от валовой прибыли Кумтора. С одобрения местных жителей возможно строительство инфраструктурного торгово-логистического центра в Атбашинском районе, где ожидается создание около 30 тысяч новых рабочих мест. По итогам встречи президент заверил, что все озвученные вопросы будут взяты на контроль соответствующим профильным министерством, ведомством, даны поручения для их оперативного решения.